Всем привет! Уже сегодня последний день квалификации в Star Series 14 сезона, и мы, естественно, не могли упустить такую возможность и взяли для вас интервью с участниками финалов. Ну и в первую очередь хотелось бы поприветствовать мидера коллектива STX8, Антона Елисеева, он же более известный как I Love KHGVP. Привет, Антон! Давай для начала ты нам расскажешь о том, как твои дела, как твое настроение и, естественно, как дела у твоей команды. Настроение у меня отличное, да у команды тоже вроде хорошо после последней победы в полуфинале, так сказать, очень сильно, так сказать, мотивировала эта игра, когда выиграли. Переходя к вопросам у Доти, хотелось бы услышать, как вы собрались с командой и сейчас играете квалификацию в Star Series? Собрались мы как? У меня был до этого состав, там игроки были, мы выиграли слот на Викингабе, и все. А потом у нас произошел дисбанд, потому что человека позвали в другую команду, ну и он ушел. Но ничего страшного, у нас прошел дисбанд, слот остался, я попросил слот у своего капитана, на кого был зарегистрирован, он мне отдал его. И я собрал за 2 часа до турнира состав, и вот мы играем. Из моих знакомых, так сказать, из разных стаков. Тим Чапа там, тоже Дота это на керри и так далее. А что ты думаешь по поводу сформировавшейся сетки и, в принципе, того, что большинство семи и про команд просто подлетали к началу полуфиналов? Насчет сетки и так далее. Мы начали вообще первую игру, отлетели сразу первую игру, думали там БО1, а нам соперники через 3 минуты пишут, вы заходите, мы удивились, и потом мы выиграли 2 игры. Насчет семи аматорки, ну, стак из, кто в аматорке, они собрали стак чисто своими друзьями, у них не было слота в сэме или в про-серии, а то, что у них слот в аматорке, это ничего не решает. Там игроки довольно сильные все, всех, думаю, знают, ну, большое количество людей, типа Мипош, Кант, не первый день играют в доту. Насчет остальных, не знаю, не пошли игры, как-то так. А вот как ты думаешь, кто, по твоему мнению, в принципе, еще мог попасть в финал, и, в принципе, кто был вашим потенциальным соперником? Мы так и думали, на самом деле, что в финал выйдут Кант и его банда. Мы знали, что они, возможно, выйдут в финал, скорее всего, процентов на 60. Ну да, думаю. А как ты относишься к тому, что в последнее время появляется все больше и больше миксованных стаков из СНГ, и, в принципе, из большинства дисбанднувшихся команд сейчас собирается довольно большое количество команд? То есть, допустим, тот же самый Ванскор и его команда проиграли уже во втором раунде. Насчет СНГ, то, что все дисбандятся, это очень плохо, это же СНГ. Если кому-то что-то не понравится, все, никто не хочет решать свои ошибки и сразу дисбандится. Вот и все. И ищет что-то типа лучше, но лучшего не найти, так сказать. Хорошо, ну и кому бы ты хотел напоследок передать привет или пожелания? Всем привет. Всем спасибо, что болеете за нас, если знаете. Посмотрим, сегодня БО5 финал вроде. Посмотрим. Играть будем, стараться. Всем спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо StarLadder. Спасибо всем, так сказать, заработал. Ну а на этой позитивной ноте, друзья, наше интервью подходит к концу. Спасибо Антону за то, что ответил на мои вопросы. Ну а вы подписывайтесь на наши социальные сети, на мою группу ВКонтакте и Твиттер. Все ссылки будут в описании. Также обязательно смотрите превью последнего игрового дня и не забудьте приходить на трансляцию. Всем удачи и до скорых встреч.